Шум в ушах, что посоветуете? Шум в ушах я посоветую проверить ушки, потому что это специфичная область. Есть доктор, который ей занимается, и если хороший доктор, он понимает, о чем речь, да, то он вам скажет. На самом деле у шума в ушах есть множество причин происхождения. Тыкать наугад, сейчас говорить здесь я не буду, потому что это непрофессионально, да и не отражает суть. Сказали, уши здорово. У другого специалиста проверьте. Есть еще одна из вещей, когда человеку ставят диагноз, обследуют его, а у него все хорошо, то есть анализы и другие медицинские исследования ничего не показывают, это говорит нам о том, что у человека присутствует психосоматика. Вот. Психосоматика, у нас с ней никто не умеет работать, вообще никто. Ни врачи 100%, ни психологи, психиатры, это уж вообще 110%, они вообще не знают даже, что это такое. Вот. Обращайтесь к нам, мы расскажем вам, во-первых, базовые какие-то данные дадим, да, и если вы готовы, то можем взять вас на... поработаем с психосоматикой.